Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Механика, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт! В общем, здесь какая-то деревня, и я решил, почему не заняться архитектурным строительством и не построить целый настоящий город? Давайте сделаем это, начнем с небольшого, так сказать, с деревни. Друзья, в моем магазине Mechanic Store вы можете купить самые крутые, самые новые игры по очень низким ценам. Есть и ключи, и аккаунты. А также супер акция. Каждому покупателю невероятно крутой подарок. Но предложение ограничено, так что торопись. Ссылочка в описании. О, господи, что это такое? Это что за Сквидвард такой? Чувак, ты в порядке? Может, это его дом? Я его как бы приватизировал, но мне он просто понравился. Такой миленький. Я тут уже, видите, немного приукрасил. Все, кровать поставил. Вот эти станки тоже я поставил. И под кроватью тоже один спрятал. Ну ладно. В общем, в чем суть? Вышел я такой, значит, и смотрю, и в принципе все так красиво, как бы. И думаю, почему бы реально не построить настоящую российскую деревню? Поэтому, друзья, я с сегодняшнего дня начинаю строительство настоящей российской деревни здесь. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Дальше мы пойдем в город, будем строить. Начнем, наверное, с каких-то известных городов. Причем я хочу строить настоящие жилые районы. Прям вот полноценно смотреть Google карту и строить прям целый район. Я думаю, получится круто. Если вам эта идея нравится, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. И начнем мы с того, что я буду разбираться в этой игре, потому что я новичок, можно так сказать. Я особо ничего не знаю здесь. Пока мы, наверное, внутрянкой заниматься не будем и будем делать только лишь внешку. Мне вот не нравятся в этих домах вот эти камни. Я предлагаю их на что-нибудь поменять, потому что они должны выглядеть как-то, ну, все-таки иначе, что ли. Сейчас мы посмотрим, как мы сможем это с вами сделать. Вот кирпич, наверное, да? Сможем ли мы это вообще сделать или не сможем? Я пока разбираюсь, поэтому надеюсь, что вы сможете мне чем-то помочь. Оп, оп, оп. Нет, так не получится. Это некрасиво. И это долго будет, супер. Блин, я еще здесь. Ой, не, вот так. Ну, все перестраивать это тоже достаточно долго, наверное, получится. Хотя здесь вот это дерево выглядит очень даже неплохо. Надо посмотреть, это блоки такие. Вот камень мне здесь не очень нравится. А само дерево вот это прикольное, кстати. Так, ну-ка, сейчас мы посмотрим, какие-нибудь подберем подходящие материалы, чтобы можно было из них реально что-то делать. Это булыжник у нас, это береза, бревно. Так, наверное, вот это здесь используется. Дубовые типа доски. Так, как у нас там было? Вот так типа, да? А там второй этаж, кстати, есть. Это прикольно. Чувак, уйди. Он мне немного мешает. О, мелкий чувачонок! Прикольно. Я не знал, что здесь кто-то есть, а я их дом такой разбираю, типа на морозе. Так, ладно. Бывает. Оп. Минус. Оп. Так, отлично. И здесь мы также уберем с вами. Попробуем потихонечку как бы делать и смотреть, что из этого получится. Да блин. Не могу дотянуться туда. И последний. Оп, отлично. Ну согласитесь, так уже гораздо лучше стало. Так. Вот так вот. Вот так вот. И вот так. А это типа фундамент. Ну, в принципе, уже неплохо выглядит. Здесь, наверное, пока не будем менять. Давайте я попробую вообще дом с нуля построить. У нас, как бы, видите, тут есть улочки, все дела есть. Но это уже как бы готово было. А вот это... Что это такое? Какой-то разобранный дом. Давайте его дособерем. Чуть он разобранный стоит. Это такая даже не дом, это беседка. Реально беседка. А как вот этих сволочей прогнать? Уйди отсюда! Уйди с моего дома! Уйди с моего дома! Уходи! Уходи с моего дома! Даже не получается его прогнать нормально. О! Ура! Ура! Получилось! Класс! Так, смотрите, вот у нас здесь хорошее местечко, мне кажется, есть. Давайте здесь начнем строить.
Это будет у нас такой достаточно большой дом в деревянном стиле. Ну, то есть из дерева. Так. Это тоже лишний. Хочется сделать его прям реально крутым таким. Да, наверное, 2, может даже 3 этажа. Такой дом председателя. Уходи, уходите отсюда все, блин, уйдите. Нереально мне мешают. Так. Строим. Очень прикольно, кстати, здесь строить так. Забавно, весело. Так. Ну ты чё, ты же не вылезешь сейчас. Я тут все закрою и придется тебя тут оставлять. Я про окна, кажется, начинаю забывать. Нужны окна какие-то. Давай, уходи, все, ушел. Так. Все, сейчас я построю, и больше никто сюда не влезет. Оп, все. Все, не сможешь, уходи. Сейчас мы сначала построим коробку, потом сделаем красивую крышу. Видите, на них такая, типа, коньковая крыша, очень красиво смотрится, мне кажется. Так, пока лишний. О, блин, я упал. Теперь дверь надо делать. Давайте дверь сделаем сразу, чтобы она была. Так, а дверь это у нас где? Что такое дверь? Кстати, оранжевая стеклянная. А мы можем такими панелями дома обделать или нет? А вот это белый ковер какой-то. Блин, тут куча всего. А можно этим обделать дом? Или нельзя? Нет, это типа плитка на пол. Ну, кстати, прикольно достаточно выглядит. Такой тип. Ладно, мы это в доме займемся. Хорошо, мне все-таки нужна дверь какая-то. Где двери-то? Не вижу дверей. Так, это что, дверь? Нет. Это флаг вообще. Похоже на дверь, если честно. Дверь-то где? Не вижу дверей. Механизмы, может быть? Да, скорее всего, механизмы это двери. Двери из тростникового, двери из темного дуба. Ух ты, выглядит круто. Так, сейчас мы попробуем ее поставить здесь. Видимо, нужно проделать все-таки отверстие, чтобы дверь поставить. Класс, вообще. Так, дверь открывается и закрывается. Единственное, что я немного, наверное, неправильно поступил. Ну ладно, мы сейчас здесь уберем немного... Так, уберем здесь аккуратненько и заделаем чем-нибудь. Слушайте, тут земля какая-то прям хорошая такая, бетон. А, ну он фундамент типа залитый, да, правильно. Снаружи тоже сделаем красиво. Блин, дверь сломал. Так, а чем мы должны заделать тут все? Нам нужен какой-то материал для пола прям такой подходящий. Железный блок, шерсть. Ну-ка, как выглядит песчаник? Давайте посмотрим. Прикольно. Прикольно выглядит. Так, вернем дверь на место. Оп! Ха-ха-ха, успел. Иди отсюда. Так. Да, смотрите, крут. И мы еще на него можем там какой-нибудь ковер застелить. Но я думаю, мы сделаем здесь какой-нибудь еще погребок где-нибудь. Чтобы, ну, все как бы вообще супер правдоподобно было. Класс. Сейчас реально круто. Окна добавим с вами. Блин, мне уже нравится. Хочется сделать реально крутой дом. Ну и как бы начать с одного дома, потом достраивать, все достраивать. Получится вообще очень-очень здорово. Так. Давай. Здесь. Еще тут. Ну, мне надо научиться быстро как бы строить. Пока немного не получается у меня быстро строить. Довольно медленно выходит, но в целом я стараюсь. А это главное. Что-то я там уже сломал лишнее. Так. Пам-пам-пам. Так. Вот, смотрите, здесь уже как бы автоматом у нас получается, что будет какой-то спуск, какая-то ступенька. Ну, уже красота, согласитесь, прям вообще... Как будто это не песчаник какой-нибудь белый. Очень красиво смотрится, кстати. А как будто мы с вами какую-то античную башню строим, что ли.
Колизей. Колизей в русской деревне. Так. Там вообще какой-то лаз получился у нас. Сейчас мы сделаем здесь такое основание небольшое и начнем выкапывать сразу подземелье. Я не знаю, зачем нам подземелье, но я думаю, что пригодится. Может быть, там сделаем подземный какой-нибудь ярус или еще что-нибудь. Так. А, сюда поставим. То есть, как ступенька такая будет. Чикс. Потом чикс. Неудобно, да? Или удобно? Так, ну, в принципе, чик-чик-чик-чик. И здесь уже дальше пошел погребок такой у нас. Можно расширять вот где-то, наверное, вот отсюда начинать. Все дело расширим. Ну, такое, чтобы он не прям глобальный был. Но какой-то нормальный нужно сделать. Так, и нам нужен свет здесь какой-то. Давайте найдем, что у нас есть. Наверное, тоже какой-то рычаг, факел, крюк. Ну, факел это, скорее всего, то, что нужно. Но, может, есть какие-то светящиеся кубы есть. Что это такое? Подзол какой-то. Так, книги. О, кстати, тут есть прям ступеньки. Мы сейчас ступеньками все бахнем. Так, где что-нибудь светящееся есть? Транспорт. Ничего не вижу пока светящегося. А жаль. Светящееся нам что-то нужно. Ну что ж, придется, наверное, такой факел использовать. Так, подождите, а может быть здесь что-то есть? Куча всего интересного, но что-то... Так, еда, инструменты. Блин, нифига себе, сколько тут инструментов классных. Даже одежда присутствует. Зелья. Декоративные. Морской огурец. Так. Где? Ну, мне кажется, где-то видел такое, но что-то... Сейчас не попадается мне на глаза. Где вообще он может быть, факел? А это что такое? А, акцизная табличка. Прикольчик. Костер есть даже. Вот это уже круто. Вот это уже здорово. Так, ну ладно. Давайте пока мы обойдемся факелом. Но я уже думаю, что я потом смогу найти. Светят они вообще или как? Ну, кстати, вроде что-то светит, что ли. Такое. Ну, еще надо найти кубы, которые светятся. Так, немного еще продолжаем расширяться. Сильно большой подвал я, конечно, делать не буду, потому что он нафиг не нужен. Но... Понял. Я все понял. Глубже мы его сделать не можем. Странно. Я думал, тут типа можно достаточно глубоко делать все, но нет. Так, а что если мы сделаем вот такой заворот здесь и будет еще какая-то... Такое подсобное помещение такое будет здесь. Так, смотрите, мы прямо под домом сейчас находимся. Блин, вообще супер атмосфера здесь такая крутая. О, нет! Тут нет куба. Вернем. Как было. Так. Ну и давайте посмотрим, что там за ступеньки такие. Ладно, я здесь дострою тогда, чтобы больше таких казусов не происходило. Так, вот таким образом получается. Ну, прикольно, кстати. Чик-чик-чик, спустился. Тут такой подвальчик. И там уже делать, что хочешь. Кстати, по-моему, толсто... А, нет, нормально, как раз в один блок. Вот это наверное, тоже можно убрать, да. И даже это можно убрать. И вот это тоже можно убрать. И сюда еще такой, типа... светильничков наставить. Ну, короче, чтобы светло было. Основная задача сделать светло, чтобы было. Но я понимаю, что есть еще какие-то источники света. Вряд ли только вот этими фонарями можно освещать все. Скорее всего, что-то еще есть. Так, и где? О, можем кровать сюда поставить. Пам. Не можем? Можем. Две кровати можно поставить. Смотри, романтика тут вообще началась. Так, и нам нужно... С вами что сделать? Нам нужно найти лестницы, ступеньки. Где у нас лестницы, ступеньки, которые я уже видел? Где-то они здесь есть, вот они. А, так,
1000... Да, по-моему, вот эти, наверное, нам нужны сейчас. Попробуем их сделать. Морковка нам не нужна. Как это выглядит? Это выглядит идеально. За одним исключением. Исключением того, что эти блоки нам мешают. А так, смотрите, замечательные ступеньки. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Вообще, крутота. Просто крутота какая-то получается. Хочется аж дальше дом строить. Так, где-то, наверное, окошки нам нужны. В любом случае, мне надо залезть как-то сюда. Так. Пускай у нас будет... Вообще мы сделаем круто. Вот так у нас будет окна. Такие, типа, как это называется? Панорамные или как? Когда все в окнах. Так. Ну, типа, все углы будут в окна. Сейчас я посмотрю, где окна вообще. Как это все выглядит. И я думаю, что это получится что-то крутое. Стекло у нас есть. Замечательно. И вопрос только один. А есть ли вообще в целом окна готовые уже? Или только такие стеклом, типа, собираешь? Двери-то, понятно, есть. Так, разная, может быть... Нет, видимо, нету. Ну и ладно, не буду расстраиваться. Это даже еще лучше. Будем делать здесь окна. Огромные панорамные окна. Бам, вот такие вот. По три блока туда. Два сюда. Здесь два, получается, перемычка. Опять здесь три должно влезть. Как раз. Опять перемычка. И опять три должно влезть. Все. Потом у нас... Что потом у нас? Потом у нас... наверное, вот так вот. Два перемычка. И что, столько окон получится? Не знаю, стоит ли с этой стороны столько окон делать. Ну, в любом случае, это получится достаточно светлый тогда дом. Тоже свои плюсы есть. Слушай, ну вроде прикольно получается. Так, две отступаем. И опять мы сможем здесь... Раз, два, три. Да, по-моему, круто будет. Смотрите, как... Как раз получается у нас вообще все прям идеально выходит. И здесь заделали. Так, тут опять... А надо ли ломать? По-моему, не надо ломать. Надо просто поставить. Раз, два, три. Потом два пропуска. Опять раз, два, три. Потом пропуск. Раз, два, три. И тут... Через два пропуска. Раз, два, три. Так что ли выходит? Вообще куча окон. Все в окнах. Вы видели когда-нибудь? Блин, надо было ломать. Ну, ё-моё. Как так-то? А, тут дверь. Тут нельзя так сделать. Ну, как бы физически-то можно, но лучше так не делать. Мы здесь сделаем вообще по-другому. Так. Оп. Это готово. Мы сделаем где дверь. Мы сделаем здесь небольшие окошки такие. Типа узенькие. У меня дверь вообще не по центру так-то, если что. Так. Как бы не провалиться мне туда. И пам-пам-пам. Вот так вот. Наверное, высокие окна, да? Можно сделать вообще еще круче. Я просто не хотел видеть этих штук, которые ползают. Так, мы здесь сделаем типа такое вот окошко просто. И все. Нормально, кстати. Так, здесь тоже пробурим. А, я понял, как сделать. Мы сделаем очень просто. Мы сделаем вот эту часть дома отдельную. Смотрите. Мы такие, типа, такие раз. По-моему, слишком много уделяю времени внутрянке. Наверное. Так,
То есть здесь у нас, типа, ты зашел, а там, видите, потолок выше получится. Тогда вообще круто будет. Так, раз, и поднялся сюда. А тут, соответственно, мы опять делаем все. И мы сможем тогда расширить погреб еще вверх. Так. Луп. Вот так поднялся. Так, и учитывая, что у нас здесь будет так, мы вот эти уберем. И вообще круто получится. Вообще круто. Так. Вообще крутотень. Ну что? О, чувак, нафига ты пришел ко мне? Уйди-ка отсюда, уходи отсюда. Просто взял, ворвался ко мне в дом. Это мой дом. Нефиг сюда врываться. Смотрите, на закате какой красивый дом у нас вырисовывается. Очень красивый. Здесь большущие окна такие, прям вообще класс. Так, ну и, соответственно, нужно продолжать дальше строительство. Нужно делать второй этаж. Наверное, мы с вами где-нибудь вот здесь, может быть, сделаем лестницу еще одну. А может быть, здесь сделаем, не знаю пока. Сейчас посмотрим. Давай, это такие строительные леса я сделал. И теперь закрываем все это дело. Сейчас будем делать перекрытие, наверное. По идее, у нас первый этаж готов. Так, а полы я закрыл все или нет? Вроде закрыл. И из-за того, что у нас эти окна получились, ну, как бы в коридоре, у нас не будет недостаток света, будет все круто. Оп. Оп-оп. Оп-оп. Да, вообще, обалдеть. Очень здорово получается. Мне прям нравится. Так, тут мы стену потом достроим с вами. Ну и давайте делать перекрытие. Так. А может надо было... Стоп, надо перекрытие сделать из другого материала, чтобы они типа выделялись. Но сейчас из камня сделал. Вообще получится. Представляете, он же на торце такой красивый. Вот это будет уже круто. Так. Оп. Оп-оп. Такс. Не хватает туда. Не могу так далеко построить. Ну-ка, 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 давай, 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 стройся. Ух ты. Я вас уверяю, сейчас я дострою, когда этот, на улицу я выйду, вы увидите просто, насколько же круто получается. Нет, я упал. Так, ну ладно, я не достроил, но уже сейчас вы можете посмотреть, насколько круто получается. Смотрите, у нас деревянный дом, и такая штука здесь супер красивая. Вот это будет. А потом еще этаж. Ну классно же, классно, согласитесь, классно. Мне кажется, классно. Мы еще с вами, наверное, гаражик тут пристроим где-нибудь из кирпича. А дом чисто такой деревянный, срубовой. Ну что, ребят, на этом мы, наверное, первую серию закончим. Если вам понравилось и хотите продолжение, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылочка в описании. И всем пока.